Марк Фейгин, правозащитник, с нами на связи. Марк, заходишь, здравствуйте. Рад привет. Здравствуйте. Много новостей, но давайте оттолкнемся от сюжета, который только что был в эфире. Как вы относитесь к вот такому вот разделению? Те, кто на протесты выходил, помилованию не подлежат, а убийцы, там, рецидивисты, воры вполне себе? Ну, очень логично, вполне логично. То есть, все-таки Пригожин, набирая в ЧВК Вагнера осужденных, он, конечно же, сосредотачивается именно на криминальных общеуголовных преступлениях, но никак не на политических. Там шутки ходили про то, что, значит, они забреют Навального, а Навальный им покажет. Ну, это, конечно, не так. Безусловно, эти списки отбираются ФСБ, и, так сказать, просто так любой, я имею в виду, если он там действительно по политической статье осужден, там, даже за фейки или еще за что-то, ну, 207.3, конечно, к Пригожину не возьмут. Все-таки политическая благонадежность – это, ну, скажем так, амбивалентность политическая. То есть там подбирают людей без убеждений, просто которые совершили криминальные деяния и хотят выбраться из тюрьмы. А такие даже вредные, я бы сказал, люди там с каким-то убеждением. Я думаю, это быстро проверяется. Там оперативник представляет личные дела, и у кого какие убеждения там известно. Потому что для оперативных работников там нет никакой тайны, скрыть это сложно, так сказать, там стучат все. И поэтому нет, это исключенные вопросы. Поэтому, конечно, состав прорежается, там все равно фильтр существует. И это один из главных для того, чтобы не попали к оружию в систему ЧВК Вагнера люди, ну, скажем так, неблагонадежные. Пусть они будут абсолютно делинквентные, да, так, уголовные, то есть там, ну, ни в коем случае не политически убежденные, это точно. Да, я вот хочу просто уточнить, как характеризует систему сам факт того, что придумали даже законопроект о помиловании тех, кто, вот, ну, это как называется, кровью смывать грехи или что? Когда такое в последний раз было? Это сталинская практика какая-то? Она была, но она не была урегулирована, для этого не требовалось, потому что там бесправие было полное, сейчас оно немногим лучше, но им же надо как-то оформлять этих людей, потому что, понимаете как, акт помилования, он же осуществляется президентом Российской Федерации, и там целая процедура. Есть комиссия по помилованию субъектов Федерации, нужно проходить длинную процедуру и так далее. И опять же, речь идет именно об осужденных, которые находятся в местах лишения свободы. А вот скажите, правовой режим их, да еще и предоставление оружия вне пределов мест лишения свободы, пусть даже их перевезли в какие-то военные соединения, дислокации на фронте, но он уже не является в полном смысле лицом, которое находится в местах лишения свободы. Это тоже особый правовой режим, его тоже надо как-то урегулировать. Там, это да еще ему оружие вручают, то есть он человек, который выполняет некую функцию профессиональную, она по существу профессиональная, даже если это контракт с ЧВК Вагнера. Поэтому, ну, они пытаются каким-то образом, наверное, сделают это, какой-то правовой статус придать такому лицу, но и упростить процедуру помилования, я думаю. Вот это тоже одна из целей. Но, опять же, вы знаете, это все очень, так сказать, партикулярно делается, так сказать, подготовят там на пару листочков проект, внесут изменения в законодательство, и в принципе все делается там под контролем ФСБ по этой части, и, в общем, если очень надо, то можно все. Марк Захарович, ну явно, если Совет Федерации решил целый законопроект разработать под это все мероприятие, то это далеко не конец по вербовке заключенных, мы правильно понимаем? Ну, я думаю, да, потому что я и сам думал, но если у тебя мобилизация, зачем тебе вербовать заключенных? У тебя же полно этого мяса и более такого, скажем, из обывателей, может, они по качеству немногим лучше, да, то есть еще не успели сесть. Но, в принципе, будем говорить так, зачем ввязываться в эту историю с заключенными, их перевозить, давать оружие, мало ли чего, а тут у тебя резерв-то какой гигантский. Но я подозреваю, что, значит, у этого есть еще и какая-то дополнительная миссия. Возможно, то, что Пригожину разрешили набирать осужденных, это убеждение его Путина, с его стороны Путина, что нужны такие, понимаете? ЧВК Вагнера, там потери серьезные очень. Там даже этого командира их Нагина убили, он из Волгоградской области, из казаков, по-моему. Он прошел-то вообще долго, много раз ранен, уже похоронен. А нужны новые кадры, а брать их реально для ЧВК,
Ну, может быть, им в подручнее именно уголовник, то есть ущербную среду, которая будет сильнее зависима. Для чего? Для того, чтобы в случае чего были вот такие люди в соединениях, которые не совсем государственные, потому что и у Кадырова они не совсем-то, в общем, подчиняются Росгвардии. Но это будет личная претарианская гвардия самого Путина. Хорошо. Вот. Опираться на таких для него сподручнее. Хорошо. То есть, получается, идет борьба между Пригожиным и Минобороны. Вроде как в какой-то момент вырвались одни дальше вперед с мобилизацией по количеству завербованных. Теперь получается, что Пригожин получает с помощью этого законопроекта такие же, фактически, как и Минобороны, полномочия уже легальные. Что будет дальше происходить? Кто кого съест? Смотрите, ну не, конечно, никакие Пригожины не могут конкурировать с армией, потому что у Пригожина всего 450, по разным оценкам, тысяч осужденных вообще в России сейчас. Ну, она колеблется, цифра, то больше, то меньше, но сейчас где-то в этих параметрах, ну, сколько он наберет? Ну, в лучшем случае 5%. Это в идеальном случае. Ну, то есть 1020-30 это максимум резерва. Я не думаю, что... Не, ну, может быть, но это что-то прям, я не знаю, брать всех подряд. Убогих, косых, кривых коллег. Ну, они так делают, ну, должен быть какой-то предел. Потому что, знаете, зона, она людей, это же не санаторий. Она здоровья не добавляет. Вот. Ну, я не знаю, как они относятся к распространению туберкулеза, таким вот заболеваниям, а там это налево-направо. Ну, не знаю, посмотрим, но в любом случае нет, он не конкурент Минобороны, это исключено абсолютно. Речь идет о какой-то ситуации, когда верхушка вдруг расслоится и вдруг начнутся какие-то брожения, то там ведь речь не идет, потому что вся армия будет воевать с Пригожиным, Кадыровым или еще. Марк Захарович, конечно, речь идет не про количество, речь идет про влияние. То есть, как бы продолжается раскол. Дальше будут критиковать Шойгу и Минобороны. Правильно я понимаю, вот эта линия продолжится или нет? Знаете как, назначение Суровикина, это же тоже определенный компромисс именно в сторону вот этой ультра-турбо-патриотной части. То есть они того, чего хотели-то, они добились. Шойгу же не управляет никакой военной операцией. Откуда он же не военный. Вот. Получив Суровикина, им как раз потрофили. Потому что Лапин как-то в опалу попал, видите, хотя был фаворит из фаворитов. Вот. На него списали все. А другое дело, что Шойгу отдадут на заклане в политическом смысле, а не в военном. То есть Шойгу будет выгоден как, ну, бояре плохие, царь хороший. Но, видимо, решили с этим повременить. Это близко к тому. Все равно рано или поздно на кого-то надо будет все повесить. Но все-таки в этой ситуации пока они точно удовлетворились тем, что назначили Суровикина, который, видимо, с ними связан. Да, ну давайте тогда обсудим то, что произошло сегодня утром. Вы как раз, знаете, вчера говорили с Юрием Федоровым, военным экспертом, о том, как Украине помочь закрыть небо, как перестать шантажировать через обстрелы гражданской инфраструктуры. И вы отталкивались от информационного повода неделю назад. Да. Так что по понедельникам у Путина какие-то особые проблемы, потому что сегодня опять обстрелы уже из дронов «Камикадзе». Вот мы как раз сейчас находимся в укрытии, потому что воздушная тревога была в начале эфира, мы спустились сюда. Как вы думаете, что Путин будет делать дальше? То есть просто по понедельникам все спускаются в укрытие, а он дальше хочет шантажировать? Я не знаю, насколько это привязано к дням недели. По-моему, для него все равно, что в воскресенье, что в банный день. Это условно. Абсолютно. А нет, здесь может быть другое. Но вот нечто новым являются дроны. Ракеты мы уже видели. Ракеты были с начала войны, с 24 февраля. Кто скажет, что это не происходило? Ну, может быть, где-то массово, где-то по разу там. Но все равно ракеты уже были разные. И калибры, и все остальное. И Искандеры, ну, всякое. Намекаете, что заканчивается, Марк Захарович? Не знаю, я вот не берусь об этом судить, потому что те цифры, которые озвучатся в ВСУ, ну, вот сейчас и Резников озвучил Минобороны, они скорее свидетельствуют, что дефицит есть. Это не значит, что они вот завтра закончат, но дефицит есть. И это объективно мы чувствуем, потому что последняя информация, например, в западных СМИ, в американских, о том, что планируют еще и закупать такие ракеты у Ирана, Москва, ну, явно не отжил, как говорится. Если было свое, зачем закупать? То есть, наверное, дефицит определенно есть. Но вы знаете, дроны – это же другое. Он летит 1000 действительно километров с Крыма, долетел до Киева. То есть, это такая штуковина, ну, в общем, опасная и вредная, и требует вообще противодействия. Это все, а тем более они заявляют, ну, во всяком случае, инсайды свидетельствуют о том, что несколько тысяч таких дронов закуплено. То есть, для них нужны вот и зенитные установки и так далее, чтобы с ними справляться. То есть, Москва входит во вкус.
Поэтому с этой точки зрения, конечно, проблема дронов сейчас выйдет на первый план. Даже не ракеты, а именно дроны. Потому что по противоракетным системам вроде бы что-то есть. А вот с дронами с ними хуже, понимаете? Не все время же из автоматов и ружей по ним полететь. Да. Вопрос, как много этих дронов еще может быть у Ирана, как много они там законтрактовали, при том, что Иран вообще официально отказывается от того, что он якобы их поставляет. Не, ну Иран может врать, это, так сказать, это вообще. Вот. Ну сколько? Мы понимаем, что раз производство налажено, значит, их достаточно, чтобы торговать ими. Вопрос, опять же, а что взамен? Что Москва получает, то есть, что Иран получает взамен? Потому что он идет на обострение и в регионе, на мой взгляд, ну, кончится оно каким-то, так сказать, способом противодействия Ирану, там, разбомбить завод, где производят дроны. Этого я не берусь судить, но это было бы логично. Другой вопрос, за Украину будет это делать, там, Израиль или Соединенные Штаты, это всегда открытый вопрос. Насколько все повернется, да, то есть тут разные, по-разному ситуация может сложиться, но сам факт то, что Иран поставляет эти средства Москве, свидетельствует о том, что, во-первых, они у нее есть, далеко не последние, потому что он себе последние оставляет, вот, для, так сказать, ведения боевых действий с самим Ираном. Но это представляет уже угрозу, значит, это уже этим надо серьезно заниматься, понимаете? И как бы там Рамштайн Рамштайном, но сейчас нужны срочно для Украины, чтобы по понедельник, вот так, как вы сказали, Путин не баловался обстрелами всей территории Украины, нужно дать какие-то средства для противодействия этим дронам. А можно ли говорить в свете этих событий, в свете сотрудничества Ирана с Россией, о формировании такой оси зла, это Иран, Россия, Китай, Северная Корея, кто там еще поддерживает. А вот можно ли говорить о том, что это уже есть? Нет, и да, и нет. С одной стороны, да, мы видим, кто идет на сотрудничество. Это же не Дания поставила, понимаете, там не какой-то представитель Запада. Понятно, что это страны-изгои, которым терять нечего, с одной стороны, с другой, как бы это способ, ну, где-то заработать, где-то получить что-то. Иран очень нуждается в технологиях для производства ядерного оружия, лабораторных, там, чертежей, всякого, ну, всякого такого, обогащенного урана, в конце концов. Вот, значит, для Ирана это, конечно, какая-то возможность, для Москвы тоже. Но мы же понимаем, что, значит, не слишком далеко это сотрудничество может дойти. Тоже опасный для тех и для других. Ну и потом в этом не участвует Китай. А как Китай к этому имеет отношение? Всякие слухи, разговоры пока никакого подтверждения не получили от Китая. Москва еще пока ничего не получала. Да и Северная Корея. Но мы не видели на театре военных действий никаких средств северокорейских или китайских. Если они будут, это другой разговор. Но пока мы этого не видим. Тем более рисковать Пекину ради чего? Ради того, чтобы помочь Москве, а зачем? Ирану есть смысл рисковать. Это может быть разные вещи, которые Иран нуждает. Ну, говорят, что Су-35 якобы они там заказывают. Ну, не знаю, правда, нет ли взамен. Ага. Но сам факт, что что-то Иран ничего не будет делать просто так. Он тоже со своим интересом действует. Кстати, Москву они тоже недолюбливают сильно. А вот, но ситуация заставляет даже таких, ну, понятно, стран-изгоев соприкасаться, так сказать, идти на сотрудничество и контакт, потому что а других-то нет. А с кем тогда сотрудничать? Марат Захарович, давайте про Беларусь поговорим. Вот в каком контексте. А? Есть мнение о том, что Путин прекрасно понимает все эти хитрости Лукашенко, потому что, знаете, как-то его слишком уже описывают гениальным стратегом, который сидит, ну, на, да, многих стульях. Такое ощущение, что эта многоходовочка была понятна изначально. И Путин терпит это все и, более того, не аннексирует Беларусь, хотя, наверное, мог бы себе это позволить, сделать ее не в виде союзника, а действительно одним из регионов Российской Федерации, только для того, чтобы чуть что использовать ядерное оружие с территории Беларуси и таким образом отмежеваться от этого, ну, абсолютно, наверное, фатального действия, которым он может поставить жирную точку в своем режиме. Что об этом думаете? Ну, использование прокси – это вообще, говоря, так сказать, стандартный метод. Но вы знаете, вот что значит оккупирование, не оккупирование? Вообще то, что происходит в Беларуси, это на оккупацию похоже. Просто это оккупация, ну, такая, как вам сказать, добровольный аншлюз. То есть, честно говоря,
Сложно это не назвать, если с территории Беларуси, где дислоцированы и сейчас прибывают мобилизованные войска, там они объявили 9 тысяч, а сколько будет, мы еще не знаем, да? Ну, тем не менее, Марк Захарович, Беларусь де-факто независимое государство, и те санкции, которые принимаются к Путину, не применяются к Лукашенко и к Беларуси. Поэтому их разделяет западный мир, конечно же. Нет, де-юре. Де-юре, простите. Да, а де-факто тут, знаете, массов всяких... Де-факто то, что вы описали, конечно. Да, нюансов, которые кто как сочтет, понимаете? Конечно, вот здесь главным препятствием является сама позиция Лукашенко. Но он, конечно, не хочет втягивать войну. Зачем это ему? Народ втягивает, да? Бог узнает, чем повернется, как эти военнослужащие себя поведут. Там срочная армия из срочников состоит белорусская. Это, ну, вот такие какие-то вещи, которые... Лукашенко вот точно лично они не нужны. Понимаем ли мы окончательный план Путина? Ясно, что он заставляет Лукашенко. Ясно, что он хочет с севера опять пойти на Киев. Это вообще понятно. Другой вопрос, что исходит ли он из того, что однозначно решен вопрос о неучастии вооруженных сил Беларуси в этой кампании с севера. С повторной уже кампании, да, начиная с конца февраля. Бог знает. То есть нельзя исключать ни одного варианта. Мы видели, что Путин готов на всякие радикальные шаги. Может ли он устранить Лукашенко? А кто его знает? Какой там далеко идущий план? Какие у него союзники внутри белорусского истеблишмента? Прежде всего, силового блока. Мы не знаем. То есть мы исходим из того, что Лукашенко твердо контролирует ситуацию. А так ли это, понимаете? Настолько ли он контролирует свой аппарат? Не перекуплен ли, не перевербован ли он? Пока вот стопроцентного однозначного ответа нет. Да, скорее, ну, мы видим, что выметались долгие годы вообще все пророссийски настроенные из генералитета, из командования, из армии, из КГБ, отовсюду белорусских люди, но действительно ли Лукашенко может быть уверен в том, что ему лояльна эта среда? Я вот, честно говоря, не поручусь. Поэтому, если уж начнется какая-то большая заваруха, убрать Лукашенко самой Москве будет, ну, в общем, большого труда не составляет. Это тоже надо объективно понимать. Вот. Так что у него тоже есть предел сопротивляемости как раз давлению Москвы по части вовлечения в войну Беларуси. А вот относительно давления Москвы, как вы считаете, есть ли это давление сейчас на страны Европы, в частности Франция, где сегодня происходят митинги, Молдова, протестные движения? Стоит ли в этих событиях искать руку Москвы? Нет, ну стоит всегда искать, потому что Москва столько лет, ей позволялось 2 с лишним десятилетия делать, что она захочет. Инфильтрировать сильно среду и политическую прессу, истеблишмент и так далее, коррумпировать. Мы что, этого не знали, не видели? Но вы знаете, это сильно снижается. Все гораздо стало сложнее, потому что, ну, вот вам простой пример. История последняя. Буквально день назад мне присылают на телефон журналисты, это в мессенджере ФБ, у меня в друзьях журналистка из Литвы. Из Литвы, ну, неважно там, как ее зовут, это издание ЛРТ. Ведущие издания, они, значит, накопали, что у Шойгу есть незаконно рожденная дочь от любовницы, они живут в Литве, причем у дочки литовское гражданство. А вот шумная история, сейчас по Литве такой шум идет и так далее. И там есть какой-то, ну, может, подставной, может, настоящий муж Адольфас Каминскас, у которого было двойное гражданство литовское и российское. Его вот лишили литовского гражданства из-за наличия российского, и сейчас началась процедура, вот она мне пишет, что сегодня с утра департамент миграции начал процедуру, это сегодня мне пишут, 14 часов, отнятие литовского гражданства Адольфаса Каминскаса, и также та же самая процедура уже началась, просто мне пишут на другом языке, насчет гражданства девочки. Сперва, конечно, они имеют некий временной термин, да, чтобы Каминкас принес доказательство, что он может иметь 2 гражданства, но у него этого не будет, он уже простой литовец. Ну вот, поэтому на самом деле, видите, как сложно. Раньше они там, алло, пупс, кому-то денег загнали, и можно и гражданство получить, и то, и все. А сейчас, видите, война, сейчас больно не цацкаются, без всяких вот этих, знаете, затягиваний, быстро раз, и все. Поэтому, конечно, им сейчас сложнее. Просто так вопросы не решаются. И поэтому, конечно, митинги, может, какие-то там
периферийные что-то происходят, но вот судите сами. Вот сегодня Сербия. Уже появилась информация, что якобы из-за давления Евросоюза, а это ставится условием для вступления Сербии в Евросоюз, она должна поддержать России санкции. И те склоняются к тому, чтобы, ну что делать, ну что делать. Вот. Сербия, понимаете? Чего уж говорить об остальных. Поэтому все сложнее Москве оказывать это давление. В условиях войны здесь же больше не цацкаются, понимаете? И санкциями, и всем остальным уже не церемонится. И поэтому я думаю, что что-то, может быть, остаточно еще есть, как влияние, но уже совсем не так, как раньше. Вообще нет. Да, ну, Марк Захарович, это прекрасные новости, конечно. Если это будет влиять, вот такие санкции, в том числе на элиты российские, конечно, есть сомнения, да, что для Шойгу это принципиально важно, но в любом случае Литве за позицию отдельное спасибо. И вам спасибо за то, что поделились своим мнением по поводу сегодняшних событий, мобилизации и вообще вот этих сумасшедших новостей, которые приходят из России. Марк Фейгин, российский политик, оппозиционер, был с нами на связи.